Здравствуйте, меня зовут Ирина Раевская. Сегодня я хочу рассказать вам о новом продукте торговой марки AirStyle Mousse Revitalizant. Это продукт нового поколения для окрашивания поврежденных и истощенных волос с восстанавливающим эффектом. Мусс имеет восстанавливающие, выравнивающие, увлажняющие действия. Благодаря протеинам молока в сочетании с пантенолом волосы становятся более объемными, плотными и увлажненными. Создана нами формула с питательными увлажняющими компонентами даст вашим волосам более плотный качественный вид при окрашивании волос, химической завивке и выравнивании волос в салонных процедурах кератина. Добавляя мусс AirStyle в краситель, вы сможете обеспечить прядям более качественную плотность, блеск, сочетание объема и неутяжеление волос. И секретом мусса в том, что он равномерно выровняет полотно волос при окрашивании. Во время выполнения какой-либо салонной процедуры мастер может использовать этот продукт для функции ребилдинга, то есть восстановления увлажнения питания. Рекомендую использовать его для волос группы риска и поврежденной структуры, для восстановительных процедур в салоне и для пастельного тонирования волос. В домашних условиях ваш клиент может использовать его как продукт защиты волос от ультрафиолета. Нанося его на влажные волосы, не смывая, вы достигнете очень красивого объема, плотности и блеска. В домашних условиях клиент может использовать его как продукт защиты волос, наносить его на влажные волосы, не смывая, достичь объема, защиты от внешних факторов, увлажнения, утолщения и сохранения эластичности ваших волос. Рекомендуем использовать перед сушкой, феном, перед накруткой на какой-либо электроинструмент. При постоянном использовании за 3-4 недели вы получите идеально увлажненный волос с максимальным объемом. Консистенция мусса уникальна тем, что он имеет очень легкую текстуру, максимальная концентрация полезных веществ, очень приятный аромат. Я уверена, что мусс AirStyle Revitalizant станет вашим любимым продуктом для работы в салоне, а также будет использоваться вашими клиентами в домашних условиях.